жители тропических стран брали с собой на охоту духовую трубку для выдувания отравленных стрел. Мы в наших опытах будем стрелять из духового ружья маркером с резиновым наконечником. Снаряд в духовом ружье разгоняется избыточным давлением воздуха, создаваемым легкими. Измерим это давление с помощью датчика, подсоединенного к мундштуку. Максимальное давление в момент выстрела примерно равно 15 кПа. Рассчитаем скорость вылета снаряда. Сила действующая на снаряд равна произведению избыточного давления на сечение трубы. Будем считать, что за время выстрела давление меняется незначительно. Тогда совершаемая работа равна произведению силы на длину трубы. За счет этой работы снаряд приобретает кинетическую энергию МВ квадрат пополам. Отсюда можно выразить скорость. Мы измерили размеры трубы и массу снаряда и подставили в эту формулу. Расчетная скорость снаряда получилась равной 23 метрам в секунду. Проверим этот расчет на опыте. Для этого установим на ружье фотоворота и сделаем еще один выстрел. Снаряд вылетел со скоростью 23 метра в секунду. Этот результат отлично согласуется с теоретическим предсказанием. Но мы еще не выяснили, какую максимальную скорость может приобрести снаряд. Посмотрим на формулу скорости еще раз. Скорость зависит от избыточного давления, объема трубки и массы снаряда. Пока мы создаем избыточное давление легкими, выше 15 кПа нам его не поднять. Зато мы можем увеличивать сечение и длину трубки, и кажется, что скорость при этом будет расти беспредельно. Но это все-таки неправда. Ведь если объем трубки S на L станет больше объема легких, мы просто не сможем вытолкнуть снаряд наружу. Хорошо, Тогда мы будем уменьшать массу снаряда. Она стоит в знаменателе, и если масса будет очень маленькой, скорость станет очень большой. Однако и в этом рассуждении имеется подвох. Мы разгоняем не только снаряд, но и воздух внутри трубки, и разгоняемая масса не может стать меньше массы этого воздуха. Подставив эту массу в формулу, получим выражение для предельной скорости. При избыточном давлении 15 килопаскалей и плотности воздуха 1,3 килограмма на метр кубический предельная скорость равна 150 метрам в секунду. Вы можете мне не поверить, но когда я изо всей силы выдуваю воздух через тонкое сопло, он вылетает со скоростью 150 метров в секунду. Это примерно 500 километров в час.